чтобы радовало глаз и отражало самую суть. Во вторник день губернатора в Луцком районе начался с презентации новой стелы. Идея обновить въездной знак принадлежала жителям. Администрация сопротивляться не стала и объявила конкурс. Лучшие из 30 представленных работ теперь встречают автомобилистов. Концепцию предложили школьники. Колос символизирует то, что район сельскохозяйственный, а искра увековечивает память Николая Бенардоса и его изобретение – электрическую дуговую сварку. Акцентировать внимание на луке не стали. Стелла выполнена из металла, покрыта светоотражающей краской. Стелла делал наше предприятие, подчеркиваю наше, почему это лухремтехпредприятие, где работают сварщики. Сварщики это и воплотили в жизнь. Родина электросварки, наши сварщики, наш проект и наш уважаемый Николай Николаевич Бенардос.